Всем доброе утро. Привет, Надя. Привет, привет. Готовим пиццу. С ребятками тоже одну сделали. Да, у нас детская идет без лука, а это будет с луком. Я буду с луком и без лука. Да, ну просто у нас не все любители лука. Нажарила сегодня сухариков, уже приготовила. Сейчас включила еще духовочку. Будем ставить немножко, сейчас тесто подойдет. Чуть-чуть смазали кетчупом. Сейчас лучку еще. Чуть-чуть совсем майонезика и сделаем сыр. Посыпем сыром. Я случайно немного сыра? Не, нормально. А ты буду посыпать побольше. Я. Ну, девчонки собирают. Вот. Давайте так, чтобы вот здесь свободное место еще закладывать, хорошо? Здесь, вот здесь, вот здесь. Угу. Здесь. Кетчуп какой-то цыганский. Вот такой вот. А вдруг он острый? Нет, у меня еще один такой же есть острый. Я сначала начала на детскую, потом прочитала. О, острый. Убрала быстренько. Я тебе прочитала. Но так что другой будет. Он с какими-то даже там... Приправы. Это знаете что? Это горчица, скорее всего. Заложили туда горчицу. Ну вот. Погода у нас сегодня хорошая, солнечная. Папа у нас еще болеет, лежит там, отдыхает, отлеживается. Ну, мы пока что решили приготовить вкусненькое для него что-нибудь, чтобы он у нас побыстрее выздоравливал. Ну, пока что вот так. Ну все, ребят, приготовилась у нас уже пицца одна детская. Это потому что она без лука, поэтому она детская. Наша еще готовится она там. Это уже у нас с лучковым будет. Вот так уже подпеклась, практически готова. Вот. Мы с папой любим побольше, чтобы лука было. Ну все. Сейчас наведу чаечек сюда, кувшинчик вот уже заварила. И... будем разливать стаканчики, будем пить чай. Сейчас ребята доубираются у нас тут. Еще Надюшка сейчас быстренько спылесосит, пока у нас горячо все остывает. И будем кушать. У нас ребятишки собирают одуванчики на варенье. Или как еще можно сказать, на мед. Вот, тут тоже собирают. Они уже начали все закрываться, и Саша скоро все это обкосит у нас. Поэтому нужно торопиться. Да, только открытые собирайте. Пакет улетает. А то уже вон сколько закрылось, опоздали немножко. Ой, надо было давно. Давно надо было. Мама, видите, сколько? Ну, сейчас пойдете туда, там тоже будете собирать. Вот здесь сколько? Много собираем еще. Все, у меня 100. Ты уже 100 штук собрал? Ничего себе, так вы сейчас быстро управитесь. Посмотри-ка там под кустом сколько много. Вот. Они сейчас вот здесь вот. Ну давайте тогда 600 наберем. На двойной рецепт сделаем. Ладно, нам хотя бы попробовать. Мы еще не делали. Попробовать вот этот рецепт. Посмотрим.
Если что, можно будет еще на днях. Я думаю, еще распустится. Ребята, мы все собрали одуванчики. Тут у нас получилось 600 штучек. Мы отрезали от них вот эти вот зеленые, как сказать, верхушечки, да? Оставили только вот желтенькие, там, где находится пыльца. Залили все 2 литрами воды. Теперь будем все это нагревать потихонечку. Мальчишки готовят мне сейчас, моют, режут лимончики. И мы также их сейчас сюда добавим. Вот, варить где-то будем. Давай, Миша, спускай потихонечку. 30 минут. Вот тут 2 лимона у нас. Сахар пока что мы не добавляем. Сейчас проварим все 30 минуток. Отцедим, процедим. И уже будем проваривать с сахаром. Ну все, пускай подкипают наши одуванчики. Ну вот, ребята, прокипели наши одуванчики. Прошло 30 минуток. Все у нас кипело на медленном огне, на двоечку я поставила. И теперь оставляем все это примерно на час, чтобы немножко все это настоялось у нас. Ну все, ребята, у нас все настоялось. Сейчас будем процеживать. Я взяла марлечку двойную, вот. Постелила на друшлаг. Все, сейчас все перельем. Вот так сейчас все отожмем. Немножко еще постоит. Стекет все. Взяла эмалированную кастрюлечку. Все. Так, можно даже пожать немножко. Весь сок, чтобы у нас вышел полезный. Ну все, ребята, отжала. Вот что у нас здесь получилось. Это все у нас в компостную яму пойдет. Еще пригодится. И вот такая вот у нас водичка, сиропчик. Сейчас добавляем сюда 2 килограмма сахара и будем все это кипятить еще 40 минут. Ну вот так, ребята, все это выглядит. 2 килограмма сахара уже на месте. Сейчас будем на медленном огне все это упаривать, уваривать, чтобы она была погуще. Запах, конечно, великолепный, видать, от лимона еще такой вкусный-привкусный. Сейчас сахар весь у нас растворится. Потихонечку буду следить здесь на кухне. Ну все, ребята, сварился наш медочек. Правда, он сейчас больше похож как сироп просто. Но есть надежда, что он когда остынет, тогда загустеет. Я уже переливаю в баночку. Только для хранения убрать нам. Уже налила вазочку ребятишкам с хлебом сейчас. Чай все ждут. Когда же мама их угостит? Вкусным медом. Запах обалденный. Цвет вот такой вот янтарный. На вкус очень сильно похож на мед. Ну вот единственное, что жидковат. Ну посмотрим. Может быть, он действительно постоит и загустеет у нас. Сейчас с полотенчиком. Вот такое количество получилось, и вот вазочки еще. Все. Ну вот, ребята, вот такой мед. Или варенье, или не знаю, как его еще можно назвать. Ну вот мы первый раз сделали, и у нас получилось. Посмотрим, загустеет, ну не загустеет, или останется как сиропчик такой. А в любом случае можно его с хлебушком и с чаем ребятишкам будет очень полезно и вкусно. Сейчас у Лизы спросим. Лиза, вкусно? Да? Я хлебушками нарезала. Ну-ка попробуй. Вкуснятина, да? Ну, как, знаете, больше сиропчик, наверное, да, Лиза? На сиропчик похоже. Санька, иди чай будем пить. Иди сюда. Ты чего вредничаешь? Вот так, маши, скажи всем привет. Ну, маши всем привет, все вредничает, тоже хочет попробовать. Все, ребята, мы укладываемся в баньки. Надюша, снимаем ему кофточку. Прибрались немножко, пропылесосили. Кружку кто поставил на диван?
Лиза, убирай кружечку. Папа поехал у нас по молочку, по творожок. Мальчишки ушли к себе в домик. Сейчас пойдем посмотрим их обязательно, как они там устроились. Ну, вот так, Слава, все, убирай пылесос, слаживай его, скручивай и на место. Время уже 10 час. Мы уже полили огород, все, все сделали. Саша возвращается. Сейчас надо открыть ему ворота. Вот лето, и шапка у Саши, и куртка. Ну, его сейчас морозит, поэтому он одевается так тепло. Ладно, пойдемте, ребятишек, посмотрим. Можно к вам? Так, контроль пришел. Все, смеетесь. Вам не видно, наверное. Типа тебя нет, да? Ничего, у вас тут как жарко. Они тут еще с собой сухарики взяли, посмотрите. А, кириешки, да, да. Домашнего приготовления. У них тут светильничек. Я сегодня тут картинку повесила, но, наверное, не видно. Ну, чтобы им интереснее. И водичку взяли, да? Все смешно. Ну ладненько, все. Мальчишки ложатся. Завтра в 9:30 на тренировку. Ой, вас плохо видно. Ну все, спокойной ночи. Все, пока-пока.